это был первый видосик, а теперь второй видосик. Во втором видосике я хочу сказать, вот меня часто спрашивают, какая там дозировка, какой там курс. Да и всех спрашивают, что делать. Мы с вами все сугубо индивидуальные. И вот я как раз смотрел там Андрей Исмаев, встречался с Александром Федоровым. Два там таких, знаете, человека. Но Артем, Александр Федоров, тот уже 45 лет, опытный, будем говорить, бодибилдер, который прошел большую практику, видел всех этих звезд и так далее. И Андрей, который вот такой же огромный, если даже не больше, который, значит, вот 25 лет ему, парень, значит, раскачался, любознательный, впитывает всю эту информацию про бодибилдинг и так далее, и так далее. И вот интересная была такая у них беседа. Человека, который прошел через все это, имеет помимо опыта свою точку зрения. И молодой, который вроде бы и накачался, а своей точки зрения нету, и он там, как бы сказать, жадно вслушивается, а что тот сказал, что эти сказал. И якобы. Вот в разговоре было следующее. Допустим, орехи, это ж так полезно. Вот, в них там витамины, жиры там полезные. Надо их есть для того, чтобы, значит, росли. А как раз Александр Федоров говорит, а я вот, допустим, съем кишью, я просто-напросто, у меня расстроится пищеварение. А от, допустим, грецких орехов я не наедаюсь. Фундук, то есть все как-то не то. То есть, о чем я хочу вам рассказать. То, что вот говорят, вот это полезно. Витамины, минералы, вот это все надо там есть. Вы в любом случае из всей этой информации ориентируйтесь на свой собственный организм. А сможете ли вы, несмотря на то, что это очень полезно, съесть там, допустим, какой-то зеленый салат? Усвоится он у вас или нет? Те же самые орехи, насколько они у вас усвоятся или нет? Какие орехи? В каком сочетании? Какие там зеленые продукты? А то я еще такую фразу у себя на канале там прочитал, что речь шла о том, что надо питаться продуктами, которые в вашем регионе выращены. Это для того, чтобы вы строили свое тело из тех продуктов, растительных продуктов, там, пускай животных продуктов, которые уже приспособлены для проживание в этом регионе. Климат, солнце, ветер, там прочие факторы. Эти уже продукты приспособились к смене сезона года, к проживанию в этом регионе идеально. И когда вы их поедаете, вы из этих же продуктов строите свое и тело. Это очень важная вещь. Помимо белков, жиров, там, углеводов и прочее, еще мы информацию воспринимаем. И вот я сказал, если там эта информация пойдет, грубо говоря, там, с Южной Америки, вы там в основном будете там что-то там питаться, там, то у вас вот этот механизм не будет работать. На что мне было такое возражение. А вот логистика, то есть доставка продуктов, сейчас так налажена, что все это придет, свеженькое, хорошенькое и так далее. Я о чем говорю? Я говорю о том, что вот этот продукт выращен здесь, и при употреблении его вы станете этой частицей. А вот тот продукт в Южной Америке, и съев его, вы воспримете информацию, которая совсем с этой информацией никак она не согласуется. Она чужеродная. Это так, если по большому счету. Ну, а так, в смысле, витамины зимой, там, вот, с Южной Америки, там, еще там, откуда-то идут, мол, это ж очень полезно, и благодаря логистике это все достигается. Ну, вот так преподносится, да, якобы, плюсы. Ну, а на информационном уровне это вот
получается вообще-то большая диверсия. Подумайте над этим самостоятельно. Ну ладно, мы теперь опять вернемся к тому, что вот вам говорят, вот тут витамины, вот надо вот это есть, надо там спирулину есть, надо там еще что-то там есть, надо еще, мол, очень полезно, очень. А вы это съедаете и чувствуете, вы просто продрыстались после этого. То есть не усваивает ваш организм. Попробовали раз, попробовали другой, попробовали третий, и результат один и тот же. Одно дело, когда вы хотите перейти на какое-то другое питание, и вы его потихонечку вводите для того, чтобы у вас сформировались ферментные системы, для того, чтобы все это переваривать, чтобы организм приспособился. Надо приспособиться. Ребенок, который только что родился, он приспосабливает свой желудочно-кишечный тракт года три для того, чтобы более-менее нормально перейти на, будем говорить, такое взрослое питание. И то тут надо следить. А если запороть ему сразу что-то там давать, да, это, то потом вот эти проблемы с пищеварением тянутся на всю оставшуюся жизнь. И как их вернуть? Вот тут мало кто соображает. Итак, моя мысль. Все, что вы вычитали, все, что вы там где-то узнали, в любом случае проверяйте на реакциях своего собственного организма. Допустим, тот же тмин. Вот я начал его сначала употреблять для того, чтобы все это нормализовалось. Ну, буквально-таки, чуть ли не пол чайной ложки. Потом я вижу, все нормализовалось и начинает крепить. И я сейчас буквально-таки употребляю зернышек так 15-20, а то еще меньше, от 10 так где-то до 20. Просто зачерпну, вижу там, и все нормально работает. Если же вы будете постоянно этих чайной ложки его употреблять ежедневно, я его уже употребляю несколько лет без всяких перерывов, то, естественно, вы пересушите свой организм. Почувствовав сначала какую-то пользу, дальше все это может перейти во вред. Надо вовремя снижать дозировку. Точно так же, допустим, противопаразитарку. Вы начали противопаразитарку, сделали все хорошо, то потом вы чувствуете, что-то у вас пошел жор. То есть вам хочется есть. И причем хочется есть такой пищи, вот там вы там семечки лускаете, съедаете, причем в неимоверном количестве, уже не соображаете. Это как раз вот эти вот травы вызвали вот эту вот реакцию, что ваш организм стал гораздо более быстрый у вас обмен веществ. Вот, и надо его, будем говорить, появляется вот этот вот зверский аппетит, надо его вовремя остановить, снизить дозировку подобрать для себя. Я сижу перед вами, 106 килограмм. Люди, которые употребляют, вот мне пишут, они весят 50 килограмм. Они в два раза меньше меня. И если чайная ложка для меня это нормально, чайная ложка для них это, грубо говоря, двойная доза, это чрезмерно. Чтобы вы вовремя соображали, что с вами происходит, дозировочку раз меньше, либо совсем. Как лучше всего избавиться от жора, который отключает мозги, и человек становится придатком к своему желудочно-кишечному тракту и ест, 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 пока у него не заполнит все. Естественно, перегружает желудок, перегружает органы пищеварения, там, печень, поджелудочную железу, органы выделения, и все это потом сказывается неблагоприятно. Простые продукты, такие как рисовая каша, но не сладкая, а рисовая каша – с добавлением там топленого масла или сливочного масла и немножечко там соли. Можно даже сало использовать. Обычно свиное соленое сало. Ну, не по полкилограмма съедать, а соответственно. То есть все это надо регулировать, все это надо понимать, все это надо применять к себе и из всего вот этого многообразия выбирать то, что именно работает на ваше здоровье, а не на то, что вы прочитали какую-то там статью, что это очень полезно, это надо найти, это надо употреблять.
начинаете употреблять и чувствуете, что что-то оно вам не идет. А вы думаете, надо же все равно пихать. Проявляйте разумность, проявляйте вот свои умственные качества для того, чтобы из всего этого многообразия, обилия различных систем и прочего, 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 отбирать то, что надо. Я немножечко даже читал про Гитлера, как он перешел на вегетарианство. Вот вроде же оно полезно, вот вроде же оно хорошо. А так, как он его использовал, тем более в то время, которое, кроме что вегетарианство и все, оно не было особо исследовано, как эти, грубо говоря, свежие овощи там влияют, или каши там на организм. Вот, мол, его постоянно пучило. Пучила. А человек думал, о, хорошо, я вегетарианец. Не что ж это за вегетарианец, или еще человек, перешедший там на сыроедение, когда у него тут постоянно какие-то бурления, когда ему постоянно там хочется там есть. И что бы я хотел сказать, особенно для женщин, почаще используйте в своем питании свеклу. У кого есть соковыжималка, одна столовая ложка сока свеклы на стакан яблочного сока. Прекрасная вещь для кроветворения и будет как профилактика против разного рода онкологических заболеваний. У кого нету соковыжималки, просто-напросто отваривайте эту свеклу, нарезаете и в виде салатика или так его просто-напросто там съедаете. Уже будет и лучше работать желудочно-кишечный тракт, и вот вы будете способствовать тому, что у вас кроветворение будет на нормальном уровне. Еще разок хочу сказать, мы все индивидуальные. У нас накоплен опыт жизненный, строго индивидуальный. Организм вроде бы вот такой вот, строго индивидуально, что-то мы... У нас идет, что-то у нас не идет, что-то мы усваиваем, что-то не усваиваем. Поэтому попробовал и получив, именно ориентируйтесь на то, на хороший результат, то, что вы употребляете в пищу. Вот это вот и продолжайте, слегка там экспериментируя. Но вот так вот то, что это полезно и это надо там есть, а оно вам не идет, отметайте сразу же. Не ведитесь на вот эти вот лженауку, которая тут утверждает, вот то надо делать, все надо делать. Они сами толком особо ничего там не знают. Одно дело это эксперимент, а совсем другое это жизнь. Так что живите хорошо, счастливо и здорово. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала «Здоровье».